Всем привет! Меня зовут Николай, представитель компании Globus. Сегодня мы вам расскажем об одном из самых престижных и инновационных брендов этого мира – Эдро. Непревзойденный комфорт, универсальность и вневременная элегантность – это основные черты этого бренда. Модели настолько пестрые и яркие, что задают акцент в любом интерьере и заставляют всех обратить на себя внимание. И сегодня мы находимся на уникальной фабрике, так как она специализируется именно производством моделей бренда Эдро, не только мягкой, но и корпусной мебели. Поэтому, если вы хотите разнообразить свой интерьер яркими, ни на что не похожими моделями, то вам стоит досмотреть это видео до конца, будет очень интересно. Давайте немного вам расскажем о самом бренде Эдро. Это у нас сокращенно от Эксэдро в греческих, римских величественных зданиях означает комнату с сиденьями в атриуме, полностью открытые с одной стороны. Придворное место для общения и переговоров. Сам бренд зародился в 1987 году Валерио и Моникой Мацеи. Это мебельщики во втором поколении. В сотрудничестве с дизайнером Массимо Мороци, который на тот момент уже получил большую популярность, и они объединяют традиционное итальянское ремесло с инновационными идеями для создания ни на что не похожей мебели. И это направление они используют и до сих пор, создавая свои ни на что не похожие вот такие вот арт-объекты. Но основной этап развития компании заключается, конечно, когда главный арт-директор Массимо Мороци посещает дизайнерскую выставку «Нестандартные вещи», она также называется «Странные вещи» в начале 90-х, и знакомится с дизайнерами-братьями Умберто и Фернандо Кампано. На тот момент вся выставка смеялась над ихними работами за их авангардное видение, но Массимо Мороци поверил в них и полностью изменил их судьбу. Об этом говорили сами братья в последнем интервью 2002 года. И уже буквально в 1998 году в сотрудничестве с братьями Кампано и брендом Эдро выходит кресло Вермелье, полностью состоящее из единой 500-метровой нити, которая накладывается на металлическую конструкцию. И, кстати, я сейчас сижу на этом кресле, и оно полностью выполнено один в один, как оригинал. Но мы также не забываем, что уже в 2002 году братья Кампано с компанией Эдро выпускают знаменитую мягкую конструкцию Боа. Кстати, она находится позади меня. И эта конструкция вызвала фурор во всем мире, так как это мягкий напольный диван без ножек, состоящий из мягкой переплетенной трубы, где вы можете насладиться максимальным комфортом в любой позе, находясь на нем.
Стул Милана от Эдра, разработанный дизайнером Якопо Фоджини, черпает вдохновение из фасада Миланского собора Дуомо своей стройной формой, ребристой текстурой и теплыми серыми тонами. Мастерски изготовленный из полихромного поликарбоната, он имеет линейную геометрию, обогащенную плавными тональными вариациями и характерную ребристую структуру. Модели Эдра выставляются в лучших домах, гостиницах и галереях. Вызывают восхищение как у ценителей дизайна, так и у критиков по всему миру, и эти модели получили множество самых различных наград. Как, например, модель Standard, выпущенная в 2013 году дизайнером Франческо Бенфаре и получившая награду Compasso d'Oro, которая является одной из самых престижных наград в мире дизайна. Чем же выделяется этот диван? Во-первых, это модульный диван, который состоит как из небольших вот таких четырехугольных модулей, так и из больших пятиугольных, шестиугольных модулей. Делает эту конструкцию максимально компактной как для маленьких пространств, так и для больших пространств. Эта конструкция также выделяется тем, что она не имеет никаких нагроможденных элементов из металла либо натурального камня, делая его абсолютно мягким со всех сторон, так что эта модель отлично подойдет для дома, для домашнего очага, но также подойдет и для коммерческих помещений, когда вы хотите выделиться каким-то интересным объектом у себя в интерьере. Ну и, конечно, эта модель выделяется исполнением своих подлокотников и спинки, так как они имеют форму лепестков и уровень вы можете полностью подстраивать под себя, то есть опускать либо подымать эти спинки, подстраивая его комфорт и уют полностью под себя. Кресло Маргарита от Эдра, разработанное дизайнером Якопо Фоджини, является воплощением изящества и инноваций. Его форма напоминает лепестки цветка, создавая неповторимый визуальный эффект. Каждая деталь кресла Маргарита продумана до мелочей, обеспечивая комфорт и стиль в любом интерьере. Это кресло становится неотъемлемым элементом современного пространства, придающим ему утонченность и элегантность. Модель Гранхан, выпущенная в 2008 году для бренда Эдра. Для создания этой модели дизайнеры вдохновлялись традициями кочевых народов, живущих под полумесяцем, монгольскими палатками, и в итоге создали вот такой вот диван. Кстати, чем-то по оформлению он напоминает мой любимый диван, модель Богемия для бренда Бруснелли. Мы снимали обзор этого дивана, переходите по ссылке, очень красивый диван. Но в отличие от модели Богемия, верхний вот этот элемент натуральной кожи, который закрепляется каретной стяжкой, в данном случае он просто накидывается сверху, так что вы можете его полностью убрать. И у нас внутри открывается уже мягкая конструкция, обивка у нас используется, это белая алькантара. Вы можете убирать этот элемент кожи, либо опять же его накидывать сверху. Для создания верхнего вот этого элемента используется полностью вручную вырезанная кожа толщиной 4 мм, сохраняя полностью ее все текстуры.
модель On The Rock от дизайнера Франческо Бенфоре. Это один из самых знаменитых и популярных моделей модульных диванов компании Edra. Это диван отлично подойдет как для дома, так и для коммерческих помещений, когда вы принимаете большое количество гостей. Хочу заметить то, что обивка у нас используется, это серый велюр с такой фактурной линейной вышивкой. И хочу заметить то, что эта фабрика закупает копию велюра, которую использует у нас оригинальный бренд Edra. Поэтому, когда вы выставляете модели, купленные на этой фабрике у себя дома, никто не поймет, что это реплика. И это основной плюс покупки мебели в Китае, так как это идентичная копия, но экономия в десятки раз. Хочу также заметить то, что несмотря на его геометрические формы, это абсолютно мягкий диван, так как основные у нас модули выполнены из 4 слоев мягкого пенополиуретана различной плотности, а спинка у нас выполнена из мягкого силиконового пенополиуретана, и она модульная, так что вы можете выставлять ее положение как вам удобно. И когда вы принимаете большое количество гостей, вы полностью можете конструировать и подстраивать этот диван под вас. Конечно, вы можете, если у вас пространство не позволяет, вы можете объединить, например, только два модуля у себя выставить, в зависимости от ваших размеров. Но хочу заметить, что такой диван эффектно будет смотреться именно в больших пространствах, раскрываясь со всех сторон. Диван, который создаст акцент в любом интерьере, созданная по мотивам знаменитой башни Татлин, которая является центром конструктивизма, созданная российским архитектором Владимиром Татлином. Современный тотем, который также может выставляться в общественных пространствах, Татлин открывает новое видение на восприятие диванов, предлагая место для большого количества людей. Поистине архитектурное строение и икона дома бренда, созданная Марио Канацци и Роберто Сампринья. Очень интересная модель, и хочу заметить, что эта фабрика выпускает эту модель также, как и лимитированная версия, выпущенная домом Edra в 2020 году, где они использовали черный текстиль, полностью украшенный стразами Сваровски. И хочу заметить, что все эти модели отлично раскрываются именно для тех клиентов, которые выбирают компанию Globus для посещения мебельного тура офлайн, так как наша компания предлагает два варианта услуг покупки мебели. Первый – это услуга офлайн, когда клиент может связаться с менеджером компании Globus и согласовать для себя удобное время, чтобы посетить город Фошань, где сосредоточено 40% всего мирового производства мебели, посетить шоурумы и фабрики с персональным менеджером компании Globus, которые подберут для вас максимально подходящие варианты, независимо, подготовлен ли у вас на данный момент дизайн-проект. А каждый сотрудник компании – это профессионал в этой области, который всегда будет рад ответить во время тура на любые вопросы клиента. Но если у вас нет времени для приезда в Китай на мебельный тур, наша компания разработала ни на что не похожую платформу, где на данный момент выставлены более 35 тысяч самых различных позиций мебели, реплик знаменитых на весь мир дизайнеров и архитекторов, сантехники, освещения и отделочных материалов, а удобный интерфейс пользования заставит обратить на себя внимание даже самого требовательного клиента. Так что пишите нам, мы всегда будем рады проконсультировать вас. Кресло «Роза» от Edra, созданное Масанори Умедой, воплощает в себе изысканность и романтику. Это кресло, напоминающее распустившийся бутон розы,
становится центральным элементом любого интерьера. Мягкие, бархатистые лепестки создают неповторимое ощущение комфорта и уюта. Rose Chair – это не просто мебель, это настоящий шедевр, который добавляет интерьеру элегантности и утонченности. В этой лимитированной обивке у нас также фабрика выставила вот такие две модели. Это знаменитое кресло Gaston, имеющее форму цветка, очень эффектное оформление, когда нужно заставить обратить всех на себя внимание. Кстати, даже если учитывать, что эта обивка полностью у нас покрыта стразами, я чувствую себя относительно комфортно. Я бы не сказал бы, что оно неудобное. Но, конечно, когда вы тактильно докасаетесь до этой ткани, вы, конечно, чувствуете все эти стразы. И вот такой вот диван Абсолют. Очень эффектное исполнение. Этот диван отлично подойдет как для дома, так и для коммерческих пространств. Он очень функциональный, я бы сказал бы, и практичный. Так как, посмотрите, вот таким вот легким движением вы можете приподнять спинку, регулировать ее высоту полностью под ваши предпочтения. Конечно, это не практичная обивка в данном случае, но на фабрике доступна кастомизация. Вы можете подобрать под себя любую вид текстиля, эко-кожи, натуральной кожи, все зависит от ваших предпочтений. Модель, которая произвела фурор и стала самой авангардной за последние десятилетия, это модель PEC от дизайнера Франческо Бенфаре. Это у нас ни на что не похожая конструкция мягкого дивана, на которую обратили внимание дизайнеры со всего мира. Она получила большое количество самых различных наград. Это модульный диван, который состоит из трех элементов. Нижние части — это у нас многоугольные элементы, которые соединяются вместе, создавая как бы форму льдины. Причем я хочу заметить то, что ткань, которая используется в обивке, она также обладает самыми различными структурами, которые как бы имитируют трещины, которые могли быть созданы на льдине. И с верхней части у нас добавляется вот такой вот мягкий элемент, который отображает формы, я бы сказал бы, спящего медведя на боку. Обивка у нас используется, это у нас не натуральная шерсть, тактильно очень приятно. Это максимально комфортный диван, на котором вы можете насладиться отдыхом с любой его части. Он подойдет и раскроется именно в больших пространствах. И этот диван подойдет для тех, кто хочет просто облокотиться спиной на вот эту вот мягкую часть, прочитав книгу, либо которому просто не хватает мягких объятий. Посетив сотни самых различных шоурумов, эту кровать я увидел впервые на этой фабрике и больше не встречал нигде. Это модель Гринза от братьев Кампана для бренда Эдра. Очень эффектное и тяжелое исполнение, так как у нас используется техника драпирования кожи, которая называется жмурка. Эта техника у нас наносится на всю поверхность этой кровати, на изголовье, на основание и даже на ножки. И создается такой визуальный эффект застывшего шоколадного ганаша.
Сама кровать очень эффектная и точно задаст акцент в любой спальне. И хочу вас заметить, то, что визуально то же самое изголовье кажется максимально твердым, но все складки мягкие. Изголовье у нас состоит из нескольких слоев мягкого слоя пена полиуретана, поэтому даже без дополнительной подушки вы спокойно можете облокотиться на это изголовье и почитать книгу перед сном. Кресло Гринзе от Эдра, созданное Фернандо и Умберто Кампано, это ода экспериментов с материалами и формами. Его необычная текстура напоминает складки ткани или драпировку, создавая игру света и тени. Гринзе сочетает в себе уникальный дизайн и комфорт, становясь исключительным элементом современного интерьера. Это кресло призвано вдохновлять и удивлять, добавляя в пространство неповторимый шарм и характер. Дизайнерская кровать от дизайнеров Умберто и Фернандо Кампано для бренда Эдра. Кровать с очень длинной историей. Это модель Фавелла. Причем через эту кровать они отдают дань месту своему рождению. Братья Кампано, они родились в бразильских фавелах. Это очень бедные регионы Бразилии. И через эту кровать они хотели донести до многих начинающих дизайнеров, что, во-первых, даже если у вас нет никаких материальных средств, через подручные материалы вы можете создать какое-то новшество, какие-то дизайнерские предметы, как, например, эта кровать, так как она состоит просто из закрепленных вместе вот таких вот досок. Насколько практичная эта кровать? Все-таки это под вопросом. Я думаю, такая кровать больше подойдет для людей, кому нравится эко-стилистика, стилистика ваби-саби, так как она максимально простая, не функциональная, и я бы не сказал, что это самая удобная кровать. Однако это дизайнерское видение знаменитых дизайнеров братьев Кампано, и мы их уважаем хотя бы просто за это. Ну что ж, наш день подошел к концу. Надеюсь, вам понравились модели Эдра, которые мы вам сегодня показали в этом шоуруме. Все эти модели уже добавлены на нашу онлайн-платформу, так что если вас что-то заинтересовало, пишите нашим менеджерам, оставляйте комментарии, какие бы вы хотели бы видеть выпуски на нашем канале, ставьте лайк, это помогает развитию нашего канала. А с вами был Николай, компания Globus. Подписывайтесь на нас, у нас тут все про мебель. До скорых встреч. Пока!